Продовжуємо обговорення політичних підсумків тижня. Тепер з Юрієм Бойком, співголовою партії «Опозиційна платформа за життя». Юрій Анатолійович, дякую, що прийшли. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну що, почнемо з головного скандалу тижня. Формула Штайнмайєра, події навколо неї. Як ви оцінюєте її схвалення? Як ви оцінюєте вуличні протести проти неї? Та чи розблокує це підписання мирні переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі, як ви вважаєте? Ну, у нас абсолютно чітка і послідовна позиція. Ми вважаємо, що політичний процес досягнення миру повинен йти. І досягнуте соглашення – це дуже важливий шаг, тому що він продовжався, собственно говоря, навіть почався. І тому ми вважаємо, що зараз головна задача політикам – перестати розкачувати ситуацію і дати можливість підготуватися до зустрічі в нормандському форматі. Тому що це буде дуже важлива зустріча, так как это не просто там вот встретились, поговорили о чем-то, это должно быть итоговый документ, дорожная карта уже с конкретными мероприятиями, которые приведут к миру и восстановлению территориальной целостности нашей страны. И вот сосредоточиться вот на встрече этой. И я думаю, что все должны понимать ответственность политики. Ответственность и не раскачивать ситуацию. Как вы считаете, Юрий Анатольевич, насколько реально выполнить все пункты Минска, сколько часу это займет, и чи вдасться нам в результате повернуть оккупированную территорию? Я убежден, что мы территории людей вернем, потому что это желание общества, это люди. 70% людей в стране требуют остановить войну и вернуть территории людей. И мы должны это сделать, потому что следующее поколение спросит нас, а что вы сделали для того, чтобы восстановить целостность страны. И я думаю, что пункт за пунктом надо будет, ну, понятно, что прошло время. Понятно, надо модернизировать Минские соглашения, они могут быть базой, но прошло время, их надо пересмотреть. Но как фундамент они работают. И как раз вот эта формула Штайнмайера, которая является, собственно говоря, инструментом введения Минских соглашений, это один из пунктов, два пункта, которые тоже очень важны. Поэтому надо идти вперед смело, потому что этого хотят люди. Урядова тематика цього тижня. Кабмін представив свою програму дій на наступні 5 років. Як ви оцінюєте цей документ? Чого вам там не вистачає? Да, это сложно назвать программой. Это вообще набор лозунгов, абсолютно оторванный от жизни. Ну, я приду пример, например, когда правительство берет обязательство привлечь 50 миллиардов долларов прямых инвестиций в страну, которая воюет. И, естественно, ну, говорить о инвесторах, пока идет война, вообще нет смысла, никто сюда не придет. Поэтому, безусловно, мы голосовали против этой программы, поскольку не видим там вообще никакого практического, прикладного результата. Это вот, знаете, из той серии, вот давайте пообещаем, а там трава не расти. Вот посмотрели на потолок, взяли цифры, 1 000 000 рабочих мест, при этом... Лакмусовая бумажка явился, собственно говоря, бюджет. Если бюджет не подпирает программу правительства, а там нет ни одной государственной программы, которая открывает рабочие места, то, безусловно, понятно, что это просто какой-то набор популистских лозунгов. И мы, да, собственно говоря, не только мы, а кроме «Слуги народа», эту программу почти никто не поддержал. Потому что все понимают, что это просто обман. И вот люди ждут снижения тарифов, люди ждут облегчения, контроля за ценами, увеличения пенсии, а там общие фразы. Это, знаете, напоминает вот партийно-хозяйственный актив раньше в Советском Союзе, когда говорили «догоним и перегоним Америку». І от примерно от так же. Вам не здається, що якщо б тарифи планували знизити або могли на сьогоднішній день знизити, вже б давно це зробили з величезною помпою та розрекламували вже таке рішення? Ні, бажання такого. Відтак чекаємо, напевно, підвищення? Да, совершенно верно. Грядє повищення, і люди вже це знають. При тому, що обіцяли, в общем-то, знижати тарифи. Ми своїм законопроект наш по зниженню тарифів в парламенті. Ми сподіваємося, що він зайде в сесійний зал через неделю, и я посмотрю, как они будут голосовать, потому что они, когда шли на выборы, они все обещали тарифы снизить и убрать эту энергетическую бедность. А когда мы открыли бюджет, то увидели, что там те же субсидии, только их еще меньше, а цены вырастут. То есть еще больше будет энергетическая бедность, еще меньше людей, люди смогут платить за коммунальные услуги. Поэтому это вот расхождение между словами и делами, оно уже видно на лицо. Влада продовжує наполягати на ухваленні законів, які все ж таки відкриють ринок землі, незважаючи на протести. Ну, як ви вважаєте, чим це все може закінчитись?
Ну, ситуация очень напряженная, потому что вот вчера пришли под Верховную Раду, приехало примерно 10 тысяч фермеров. Причем это не то, что кто-то их там подкупил, там мотивировал как-то. Вот я с ними общался, но их знаю. Это люди реально приехали напуганные, потому что они понимают, что их ждет. Что если вот эти четыре странички закона, так называемого, о рынке земли будут приняты, то дальше механизм может быть такой, что открывается компания какими-то транснациональной корпорации в Украине или международным финансовым фондом, имея неограниченные финансовые возможности, скупает землю, а люди, которые сегодня работают на ней, фермеры, они не смогут с ними тягаться. У них нет таких денег, у них нет таких кредитов. У нас ведь 70% продукции производятся фермерами, у которых от 1000 до 10 тысяч гектаров. И сегодня, по их оценкам, они примерно не смогут выкупить больше половины своей земли. У них просто нет денег. То есть эта ситуация... А естественно, если они не будут иметь земли, не будет рабочих мест в селе. И люди что? Села будут умирать, люди будут уезжать в города. Кстати, в Бразилии вот эти фавелы, все эти трущобы появились после того, как продали землю так называемым латифундистам. И людей просто с нее согнали. И они поехали все в города, в эти трущобы. Так що ми хочемо такого будущего? Ну, якщо ринок землі все ж таки легалізують, фермерів захистити можна якимись законодавчими актами? Ну, вже виходячи з цієї ситуації, яка може... Імітація йде, тому що сам закон розробляється без участі фермерів. От консультант по розробці закону – Всемирний банк. Скажіть, будь ласка, він що, заінтересований в українських фермерах? Він, звісно, буде відстоювати інтереси міжнародного фінансового капіталу. І, звісно, вони цей закон роблять під них. Тому... Фермеров защищать будем мы. И они сами, потому что они уже настроены выходить на улицы и устраивать публичные акции. Вот это был предупредительный митинг с их стороны. Причем люди настроены очень жестко. Они понимают, что их ждет, они против этого. И мы зарегистрировали законопроект альтернативный этому, который подало правительство, потому чтобы без референдума не проводити ніякі, не вводити ніякі ринки землі. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Юрій Бойко, співголова партії «Опозиційна платформа за життя», відповідав на мої питання.